Всем привет, вы на канале ТукТукТВ. Сегодня я снимаю продолжение фильма «Капричный дракон». Вот вот он. Мой новый друг. И это очень похоже, кстати, на «Капричного дракона». Там все драконы, это из «Капричного дракона», я вам хочу сказать. Я поздравляю фанатов «Капричных драконов». Ведь вышел триллер «Капричного дракона 3». Очень крутой, я смотрела, советую вам тоже посмотреть. Итак, начнем. Сериал «Мой новый друг», второй сезон, 4-я серия. Так, и правда, это даже очень будет по-умному. Я знаю, что мне надо делать. Так, сейчас только надо подумать, из чего бы мне это сделать. Точно. Ой. Из куска ткани. Я сделаю седло, и тогда уж мы полетаем с Крангильдой. Прошло несколько недель. Дракон вырос, и она наконец-то закончила седло. Она уже его приручила. Так, надо моей Крангильде подарить это седло. Так, стоп. Где моя рыба? Точнее, курица. Это ее любимое блюдо. Ой, да, она же там, я же сейчас возьму ее. Вот она, курочка. Ой, все. Так. Дорогая доченька. Ой, мама идет. Блин. Доченька. А, да, мамочка, да. Ты пропускаешь уроки. Какие уроки? Ой, чтобы убивать драконов. Ой, да. Ой, мама, просто у меня времени нет, у меня новое хобби. Это еще какое у тебя новое хобби? Объясни-ка мне немедленно. Ну, оно неинтересное. Ну, такое там всякие пеку кексики. Ой, как это мило. Тогда ты мне должна сделать кексы. А, конечно, мамочка, сделаю я твои любимые кексики. А теперь мне пора. Хорошо. Ой, доченька, как я рад, что ты взялась за дело какое-то. Все, пока. Пока. Ой, слава богу, чуть не заподозрила меня. Ой, как я хорошо спрятала. Теперь надо идти к моему дракону. Быстрее прячем вещи. Ай, девушка. Девочка, стойте. А, да, чего? А куда это вы идете? Мне просто надо идти на курсы, да, курсы. Курсы кондитера, молодого кондитера, да. И мой путь лежит через вот это место. Девушка, извините, проход перекрыт. Это еще почему? Ну вы не видите сзади дракона? Да, ужасно, я согласна. А знаете, мой отец генерал, и да, генерал, да, и как бы, что бы сказать, и он меня как раз назначил пройти у вас, проверить, что у вас тут находится. А, да, конечно, мы его хорошо защитили, поставили знак «Стоп», да, поэтому никто не пройдет, да. Посмотрите, тут же еще скидка для вас на пончики. Скидка на пончики, бежим быстрее за пончиком, бежим. Вы пока покараульте этого дракона. Конечно, бежим за пончиками. А, нет, я первая. Привет, девочка. А мой нож. О, смотри, нож берет. Да, наверное, сейчас убьет этого дракона. Ну, хотя бы меньше проблем будет. Сторожить не надо будет. Да не буду я тебя убивать. Да не буду я тебя убивать. Я вот это порублю. Все, выходи. Да, ты свободна. Ты же помнишь, я не такая, как они. Да, привет, девочка. Я тебя тоже очень рада видеть. Да, времени не ждет. Так, быстрее. Я тебе сюрприз принесла. Но я вижу,
придется быстро это сделать. Это седло. Курочку мы с собой возьмем. Да, будем летать. Нам придется полететь. Поэтому давай я тебя оседлаю. Сейчас седло одену и летим. Как он вкусный. Ну, уже, наверное, пора возвращаться. Да, да, да. Слышала, все, давай, быстрее. Так, все, быстрее летим. Летим, летим, давай, быстрее, быстрее. Давай, полетели. Летим. И всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И ждите продолжения. Летим.